Данька, что там? Покажи всем родственникам уже. Ну, сталь, да? Чуть приболели. Мы чуть приболели. Пару деньков вот подлечиваемся рейнбау, да. Нокаутином, да, всякими легкими препаратами. Какие у нас цены, да, вот вам покажу, например, это цены, киевские цены у нас самые обычные, мы живем под Киевом, грубо говоря, как борщага, рядом с борщагой, вишневая борщага, вот эти края Белогородка, есть такое село Белогородка, вот, вот у нас такие цены, вот сгущенка $2, такая сгущенка, вот банка, 370 грамм, no pound, килограмм, молоко, такое вот сгущенное получается $3.5, молоко там $0.75, так. Йогурт, он под акцию, получается, 25 центов. Сырочки там вот $0.5, меньше, чем $0.5, не будем считать. Всякие он вкусняшки там, $2.5, тортик. 2.5 под акцию, не под акцию, $3, 4, $5 тортик, разные, фундук, $6.